Булку, батон, лаваш нарезаем кусочками. Берем 3 яйца сырых, помещаем в глубокую тарелку, перемешиваем и сюда отправляем наши булки, кусочки. Можно крупные, у меня в данном случае мелкие. Периодически перемешиваем, так чтобы пропитались булочки. И берем сковородку, наливаем растительное масло, присаливаем, чтобы тогда, когда мы будем жарить, масло не брызгало. И обжариваем с двух сторон. Булочки получаются очень вкусными. Если у вас батон нарезной, то тогда их окунаем в яйца с двух сторон и помещаем в тарелочку один кусочек на другой, чтобы они пропитались этими яйцами. И потом жарим. Творите! Дорогие мальчики и девочки, если ваша любимая сковородка постоянно пытается разогретым маслом растительным попасть вам в глаз, у нее пропадет такое желание. Если вы, когда налитое масло на сковородку, присолите, этого не будет. Так что вот так. Всем пока. Ну как, вы еще думаете в отношении того, жарить вам булочки или нет? А у нас они уже почти готовы. Только после сковородки выкладываем наши булочки на салфетку бумажную, чтобы ушло вот это лишнее масло. А булочки получаются очень вкусными. Видите, масло не стреляет, потому что я его посолила. Всем приятного аппетита, кто за столом, и всем пока-пока!